Всем привет, дорогие мои друзья! У меня опять новинки. Не удержалась я, увидела в наличии блоки. Как я уже говорила, я ими заболела просто не на шутку. Ой, далась мне эта поездка. Я договорилась встретиться у ВДНХ с девочкой-продавцом, с Юленькой. Встала пораньше, заранее выехала и попала в пробку. Боже мой. То есть я опоздала на полчаса. А я вообще человек такой, ну, обязательный и всегда пунктуальный. Я не люблю опаздывать. В общем, испсиховалась, изнервничалась. Ой, вот так вот дались вот эти мне блоки. Все, сегодня буду кутить. Приехала уставшая, разбитая. Но радость вот она. Все-таки они у меня, все-таки я их купила, забрала. И сейчас мы с вами вместе их распакуем. Итак, вот они, виновники. Ребят, чуть не врезалась я сегодня. Это был кошмар, как я ехала. Но точно буду кутить. Вот такой вот дендробиум Василиай. Название. Вот такой, на такой коряжечке растет. Но не прелесть ли? Ну вот так вот. И еще один дендробиум. Он даже с цветоносами. Посмотрите. Вот такая малявочка. Совсем прям на ладошке умещается. И название его вот такое. Дендробиум пигуанум. Надеюсь, я правильно прочитала. Вот такие малявки. Вот такие козявки. Пополнили мою коллекцию. Очень рада, что мы все остались живы. Вот так. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Уберите хлеб из авина. Я подожгу авина.